Продолжим выпуск. Через 5 лет на дорогах Японии появятся беспилотные автомобили. Компания Toyota провела испытания модифицированной модели Lexus GS. Машина проехала 8 километров по скоростной дороге в Токио, меняя при этом полосы и поворачивая на изгибах. Движение контролирует встроенный компьютер, который анализирует данные о скорости и дистанции других транспортных средств. Самоуправляемый автомобиль оценивает обстановку на дороге с помощью радаров, дополнительных датчиков и искусственного интеллекта и самостоятельно принимает решения. Коммерческую эксплуатацию автомобилей Toyota планирует начать к 2020 году, когда в Токио будут проходить Олимпийские игры. Мы хотим уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, смертей и травм, вызванных авариями. Необходимо также уменьшить заторы на дорогах, прежде всего на столичных высокоскоростных магистралях. Наша цель – обеспечить легкоуправляемыми транспортными средствами всех, в том числе пожилых людей и инвалидов.